У прямому ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. У Верховній Раді проголосували в цілому за законопроект, який знижує акцизи на розмитнення автомобілів. Цей законопроект номер 8487 підтримали 250 народних депутатів. Також Верховна Рада прийняла зміни щодо Митного кодексу, якими встановлюються великі штрафи за незаконне використання нерозмитнених автомобілів. Саме про ці зміни ми сьогодні поговоримо з нашими гостями. У нас у студії активіст «Автоєвросили» Володимир Станішевський. Вітаємо. Юрист Ігор Шавров. Здравствуйте. Добрий вечір. Та також Олексій Булгаро, голова організації «Дорожній контроль Одеса». Вітаємо. Нагадуємо всім телеглядачам, що телефон прямого ефіру 34-92-58. Також в нас проходить інтерактив, чи є у вас можливість придбати авто. Саме таке запитання сьогодні ми пропонуємо усім телеглядачам. Якщо ви вважаєте, що так, є така можливість, то телефонуйте за телефоном 048-784-80-81. Якщо ні, то 048-784-80-82. Отже, перше запитання Ігорю, вам як юристу. Знаємо, що головною зміною в законопроєкті, порівняно з першим читанням, є встановлення термінів за пільгою розмитнення автомобілів, які були ввезені в Україну. З юридичного боку, які зміни нас очікують? Ми говоримо о двох прийнятих законопроєктах 8487 і 8488. Законопроєкт 8487 предлагает нову формулу розрахунку акциза, яка состоит із базової ставки для бензинового двигателя 50 євро і для дизельного двигателя 75 євро, умноженою на коефіцієнт возраста і коефіцієнт двигателя. Также законопроектом предусмотрена отмена евростандарта Евро-5. С следующего года, кстати, я напомню, что если бы этот закон не был бы принят, то можно было бы возить автомобили только стандарта Евро-6. Также законопроект предполагает снижение ставок на другие виды транспорта. Это электромобили и все другие транспортные средства. Также законопроект предполагает для автомобилей на евро-номерах, для растаможки автомобилей, в принципе, которые еще не прошли этот процесс, льготный период, который составляет 3 месяца, когда можно растаможить автомобиль с дисконтом 50%. Законопроект 8487 предполагает изменения в таможенный кодекс и в кодекс про административные правонарушения, который ужесточил штрафы за нарушение таможенных режимов, и причем серьезно ужесточил. Собственно, также следует сказать, что этот закон является продолжением временных правил, которые были приняты, по-моему, в 2015 году, которые устанавливали льготные ставки акциза, и которые, кстати, заканчивались 31 декабря этого года. Варто зазначити, що є різні боки цього питання. Хочемо також узнати, Володимир Станішевський, як ви вважаєте? Я знаю, що було дуже багато акцій протесту за останній період, багато очікувань від змін. Якщо порівняти ось цей законопроект з минулим, що ви можете сказати? Ну, этот законопроект, во-первых, решает проблему, это отмена Евро-5, что на территории Украины можно будет завозить автомобили и Евро-4, и Евро-3. Но в связи с тем, что там большая ставка акциза, значит, это делать невыгодно. Потому что если посчитать автомобиль, например, там, который 2004 года с объемом двигателя 2,7 дизель, то, оплатив все платежи, его растаможка будет стоить где-то ориентировочно 3 800 4 200 евро. Это вы понимаете, да? Если человек собрал деньги на доступный автомобиль 3 500 евро, ему надо еще заплатить 4 200 евро. Эту проблему о доступности автомобилей этот законопроект в нашей стране не решает. А как сам будет рассчитываться этот коэффициент, враховуючи и двигуны, и век самого авто, и на какие изменения вы рассчитываете? Ну, мы подавали через народных депутатов правку, которая отменила убрать в этой формуле нарахование акцизу
возраст автомобиля, тогда это было бы доступно. Но так как они эту правку отменили, не внесли, мы на сегодняшний день имеем что? Мы берем 75 евро, умножаем на 2,7 двигатель и на возраст автомобиля 14 лет. Это примерно получается где-то 2200 евро только акциз. Хотя со всех центральных телеканалов Нина Южанина говорит, что акциз составляет всего лишь 400 евро. Это неправда. Плюс к этому всему ПДВ, мыто, пенсионный сбор 3% и на армию 1,5%, это еще 3-4,5% от стоимости автомобиля. Но опять же, от стоимости автомобиля плюс акциз от общей вот этой суммы, они еще собирают эти платежи. Тобто, крім ставок акцизу, затверджених в першому читанні, пропонується надати ще й пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів, які будуть розмитнені протягом 90 днів. І усі кошти за цей період будуть надходити до пенсійного фонду, ну, з податки я маю на увазі. Я правильно розумію? Разниця акциза, от ця скидка, так його називемо, льгот, скидка, не знаю, экономит 700 евро. Если мы только что насчитали, что акциз будет 200 евро, возьмем, да, то вот эти 90 дней мы можем, будет стоить, например, там, 1600 евро. Плюс, опять же, НДС этот, то он, растаможка будет стоить не 4200, например, там, возьмем, а 3300. Ну, как бы она сегодня не обоснованная, потому что автомобиль, который стоит 3,5 и заплатить за него растаможку 3 тех же с половиной тысячи евро, где логика? Нераціонально. Так. Дякуємо. Олексію, ваше враження і ваші очікування від цих змін, від цих законопроектів, які можуть бути прийняті? Я хотів би, якщо можемо, доповнити колегу по поводу, і юрист мене, думаю, підтримує. У нас, кроме того, что каждый раз, которые не принимали бы новые законы, законы не принимать умеют. Но порядок проведения процедуры вырабатывается на практике долгие-долгие месяцы. Согласитесь, подскажите. То есть кодекс они вынесли, допустим, изменения внесли. А как проводить эту льготную растаможку, я уверен, что в ближайшее время они знать не будут. Я уверен, что люди не успеют растаможить в ближайшие 90 дней по льготному периоду автомобиля. Если успеют, это будут единицы. Вот. Это будет, кроме того, что куча очередей, это будет, как говорится, они будут притираться, будут узнавать, как это все делать. Это все, я уверен, что не успеется. И, возможно, даже государство на это рассчитывает, чтобы никто не успел в этот льготный период все это переоформить. А в дальнейшем уже вступают цифры, которые назвал только что коллега. Они нереальны для того, чтобы, допустим, автомобиль растаможить за те же самые деньги. Смысл? Можно просто здесь, в Украине, купить тот же самый автомобиль за те же самые деньги, не бегая, никуда не напрягаясь. А все-таки про враження щодо самого законопроекту, чи варто його приймати вже в такому вигляді? У мене є маса розміщення по цьому поводу. Перше, я вважаю, що це буде... Я щось так думаю, що він не вступить в силу, цей закон. Хоча там... Ну, як вам об'яснити? У нас грядуть вибори. В будь-якому випадку адміністративний ресурс заключається в тому, що зараз президент і його команда будуть готуватися к виборам. Есть вероятность, хотелось бы на это верить, что он не подпишет эти законы, не ветирует их и каким-то образом, может быть, оттянется время. Может быть, еще что-то придумается. Ну, у нас в нашем государстве на сегодняшний день это все происходит в один день, все быстро. Далее, что может еще произойти? Все-таки, если он подпишет этот законопроект, то я уверен, что масса людей, которые уже управляют транспортным средством на иностранной регистрации, они, вы понимаете, ну, их очень много. И тогда бы не хотелось бы, чтобы доходило до каких-то, не дай бог, противостояний, тем более уже силовых. А то, что начнутся митинги, я уверен, это будет. Но опять же, они как и будут нести к какой-то части общества плюсы, только точно так же они будут минусы нести другой части общества. Почему? Потому что тот, кто не управляет на иностранной регистрации, будут ему, соответственно, помехи эти происходить. Не хотелось бы, чтобы в обществе произошли опять разъединения, тем более опять под грядущие выборы. У нас зачастую в последнее время стало так происходить, что разделяется общество и начинаются разные взгляды. Хотя все это создает государство, мне такое ощущение, специально. Потому что им невыгодна одна общая масса единомышленников. И вот этого не хотелось бы. А так вообще размышлений очень много. Я думаю, что эти размышления в каждых головах сидят сегодняшнего украинца. Нагадуємо усім телеглядачам, що телефон прямого ефіру 34-92-58, є змога задати питання гостям нашого ефіру.
Отже, Ігорю, ваша думка з приводу того, якщо цей закон, якщо ці законопроекти, які, за які проголосували народні депутати, якщо їх не приймуть, до чого це може призвести? А от я якраз хотів об этом і розказати. На сьогоднішній день при вот цьому уваженні к моїм колегам, якщо даний законопроект не буде підписаний, це буде означати, що з 1 января 2019 року ставки акциза ставки акциза на импорт автомобилей вернутся в состояние до 2015 года. И акциз будет еще больше, он будет запредельный. Это первое. Во-вторых, с 1 января вступает норма Евро-6, и нельзя будет импортировать машины, которые ниже Евро-6. Это второе. Третий момент. Пенсионный фонд недополучит те средства, которые предполагается получить за эти 90 дней. Это третье. И таким образом, я прекрасно тоже понимаю, что в какой-то степени невыгодно ввозить старые, очень старые машины, там 15-летние, но тем не менее, то есть акциз для этого и вводится, для того, чтобы были ограничения относительно ввоза автомобилей, которые почему-то государство считает, допустим, нежелательными ввозить. И получится патовая ситуация, когда заблокируется вообще импорт любых автомобилей. То есть это просто будет делать невыгодно. Что же касается ситуации с социально-политической точки зрения, то у нас на сегодняшний день мы видим абсолютный разрыв общественного договора, когда большое количество людей говорит, что мы не будем платить таможенные пошлины, таможенные платежи в бюджет. Вместе с этим, увидев, что происходит, допустим, завтра предприниматели говорят, мы тоже не будем платить навантажение на фонд оплаты труда в размере 43%, потому что мы тоже считаем, что это много, а это действительно много, и откажутся платить в пенсионный фонд, в НДФЛ и прочие, это военный сбор и прочие платежи, которые платятся с заработных плат. И в таком случае мы уже сейчас видим ситуацию, которая поляризуется и которая, как по классику, по Марксу, называется классовая борьба, что абсолютно недопустимо в обществе. Я считаю, что этот закон, тем не менее, каким бы он плохим ни был, тем не менее, это первый шаг к снижению акцизов и к снижению таможенных платежей. Он в любом случае снижает акциз, в любом случае. И его непринятие просто приведет к тому, что индустрия импорта автомобилей, она остановится и не будет выгодно ввозить никакие другие машины, кроме машин на европейской регистрации, с которых не платится ни копейки в бюджет. Тобто, скоріш за все, я зможу говорити, що скоріше цей законопроект стане все ж таки законом. Я надіюсь, що стане. На сьогоднішній день, я теж доповню, подана постанова про його відміну, тобто поки вона не буде розглянута, спікер не може його підписати. На наступному пленарному засіданні вона має бути розглянута. Дякуємо. Володимире, що гадаєте з цього приводу, з приводу наслідків, які можуть статися, якщо нічого не зміниться, якщо знову все спочатку розпочнеться у цьому питанні? Наслідки, які можуть бути, смотрите, те, про що по каким-то подсчетам, допустим, в стране є 2 мільйони автомобілів. Що вони зробили з цими людьми? С этих 2 миллионов автомобилей, какая-то маленькая-маленькая часть людей, которые купили автомобили по 9, 10, 8 тысяч долларов, готова пойти и растаможить, потратившие еще 3,5 тысячи тех евро и ездить на этом транспортном средстве. Что делать тем людям, которые хотят растаможить, которые готовы платить, но у них нет возможности, у них нет, они даже готовы были оплатить 20% ПДВ, 10% мыта, 3% пенсионный фонд, 1,5% армии. И даже если бы мы убрали с этой формулы возраст и насчитывали еще акциз, то они были еще готовы были, что эти 75
умножаем на 2,5 и платить акциз еще там в размере 170 евро. И на это были согласны. Но никто согласный, хотя это не дешевая растаможка, вы понимаете, если мы сейчас ее посчитаем, то это будет в районе 40% от стоимости автомобиля. Если стоимость автомобиля $5000, то 40% это там в районе $2000. Это дешево? Нет, это не дешево. Это все деньги поступали в государство. На сегодняшний день что сделали? Вот есть машина, $3500, вот ты должен за нее заплатить 4200 евро. Не можешь заплатить? Поставил в гараж или порежь на металлолом. Не могут люди платить, порежут на металлолом. Не придут эти деньги в государство, 4200 евро, потому что у людей просто их нет. Що робити з автівками, які вже цей строк, скажімо, більш старі машини вже, які вже не потрапляють під цей законопроект? Тобто це... Вони всі попадають. Всі попадають. Отмінен стандарт, екологічний стандарт. В принципе, то есть даже машина условно там евро 0, она тоже может спокойно растаможиться, просто ее будет невыгодно. Да. По цене 15 лет. Вот я дополню коллегу и скажу, вот все познается в сравнении. Вот если мы считаем таможенные платежи, то с новой машины стабильно, вот заезжает новая машина, надо заплатить 30%. Это НДС и это мыто. Это плюс 30% в любом случае. Плюс ко всему, я вот такой тоже вопрос хотел бы задать. Почему вы думаете, что таможня посчитает стоимость машины по стоимости контракта, а не по индикативной стоимости, как правило, таможня считает? Это тоже такой вопрос, который дискуссионный. Да, и там есть коррупционная схема. И у нас есть, извини, да. Тебя же я перебил. У нас вот они приняли законопроект, а правильно коллега сказал, а механизма-то нет. Как растаможить, как посчитать этот автомобиль, что делать? Вот законопроект мы приняли, дальше что делать? Ну, цей законопроект, я сейчас вот тільки початок. Вот просто законопроект, вот это ну, технико-юридический стиль, условно говоря, законопроект принимает, то есть, общие правила, и на выполнение законопроекту органы исполнительной власти, там ДФС, Министерство финансов, должно издать наказ, порядок. Какие самоприю часу на это повинен піти, чтобы подготовить весь плацдарм, чтобы все заработало? Я думаю, что вот, ну, месяц-два примерно столько. То есть это уже после Нового года? Я только скажу такой момент. В законопроекте я не видел еще совсем окончательную редакцию, но вот последнюю редакцию, которую я видел, которую мы прислали из комитета, там было учтено, что вот этот льготный период наступает, когда кабинет министров подготовит, когда органы исполнительной власти подготовят на выполнение законопроекту свою нормативную базу в соответствии. То есть, возможно, все-таки вот это время будет учтено. Да, Алексей. Я извиняюсь, я почему говорю про то, что у них нет методики, потому что уже даже при существовании государства Украины 25 лет, еще выиграв в судах, допустим, вот у райадминистрации, инспекции защиты прав потребителя, в казначействе мне отвечают, что у нас нет порядка проведения механизма выдачи денег обратно. То есть с бюджета на користь, допустим, Булгарова Алексея Борисовича. Таким образом, сейчас мне уже Приморская администрация с 2009 года должны уже 170 тысяч, уже два суда было, сначала хозяйственные, понимаете, потом продлевается по 3 года. А в казначействе говорят, а мы не знаем, как вернуть эти вам средства. То есть методики проведения обратного, то есть мы когда платим в государство, у них методика есть. Вы не обращались? А когда обратно? Суд. Вы понимаете, я не юрист, я вот дошел до суда. Разъяснение суда, они подали в апелляцию. Апелляция им разъяснила. И в суде она говорит, представитель казначейства, поняли? Она говорит, да. Мы выходим в коридор, она говорит, я не могу вам деньги выдать. У нас нет такого механизма. После эфира. То это уже такие тонкости. Я тоже говорю, что методика проведения вот этих всех мероприятий, они не наработают еще в ближайшие полгода. Тем более, вы же понимаете, есть растаможка обычная, вот которая сейчас существовала, существует. Сейчас вводится льготный период месяц, 25. Потом идет 50, потом 75. То есть 3 месяца повышается. Не-не-не-не, это убрали. Убрали эту норму. Хорошо. Даже вот у них должно быть 3 месяца 50%. Должны быть как минимум 2 таблицы. Одна обычная и одна льготная. То есть это уже у них мозг поедет. Они, вы знаете, наши халатные структуры, они не любят работать. И еще и думать, зачем. Не будет написано, не будем работать. Напишут, будем работать. Вернее, будем изучать, а потом только работать. Таким образом, я говорю, полгода не успеется. Не будет никакого льготного периода. Все это чушь. Людей просто начнут потом забирать машины, с силой причем это будет происходить, уже с помощью рук правоохранительных органов и тому подобное. А более того, как юрист, вы должны согласиться, внесены изменения в кодекс таможенный и в административный кодекс. Эти кодексы друг с другом не могут работать.
Они работают, таможенник может только исполнять таможенный кодекс, полицейский только административный кодекс. А их группы, какое, вы поймите, таможенник, там коррупция, они никогда не дадут свои схемы полицейским, точно так же, как и полицейские таможенники. Вот я не согласен. Они не будут работать вместе. Это уже доказано практикой. Таможня на сегодняшний день, несмотря на то, что, вот, по крайней мере, одесская таможня, несмотря на то, что много негатива звучит в прессе, они одна из самых профессиональных подразделений, и которые делают все возможное для того, чтобы более-менее все нормально работало, несмотря на недосконалость законодавства. Но здесь еще один самый-самый, это коррупция. Они самые опытные, допустим, ну и самые крупные. Вот я еще раз говорю, что вот Одесская таможня одна из самых лучших в Украине. А что касается вот полномочий, разграничили и дали полиции полномочия относительно проверки машин иностранной регистрации. Отже, є ще один законопроект, за який проголосувало 245 народних депутатів. Два висловилися проти. Це законопроект номер 8488 про те, що встановлюються великі штрафи. Закон. Так, ось про цей законопроект ще хочеться також поспілкуватись. Ну, Олексій, продовжимо з вашої думки. Це нарушення всіх конституційних прав гражданина. Во-первых, допустим, у мене автомобіль уже здесь знаходиться. Я його возив, допустим, по одному виду таможенного воза. Сейчас, получается, вступает закон, законопроект, и получается, что мои права уже нарушаются. А у нас закон обратной силы не имеет. Это раз. Во-первых, звужение прав уже рассматривается в мою сторону. То есть тот, кто возит, да, для него возможно это действует закон. Но опять же, 24-я статья Конституции говорит о том, что у нас нету, нельзя по расовым, по социальным взглядам, по цвету кожи преследовать граждан. Получается, полицейский сейчас видит евробляху, как у нас говорится, да, он ее уже должен остановить, потому что он уже предполагает, что там правонарушитель. То есть он ко мне уже предвзято относится. Какое демократическое правовое государство можно в этом говорить? Никакое. То есть изначально я уже правонарушитель. Трошки докладніше саме про цей законопроект для тих, хто ще не встиг дізнатися більш докладніше. Зокрема, сьогодні за перевищення терміну користування авто в режимі транзиту більш ніж на 10 діб штраф становить 8,5 тисяч гривень. Згідно зі змінами по статті 470 штрафні санкції за перевищення терміну від 10 до 20 діб також становить 8,5 тисяч. Від 20 до 30 діб це вже 85 тисяч гривень. Більше ніж на 30 діб це вже 170 тисяч. Тобто дуже великі такі гроші, ну, чесно кажучи. Володимир, ваша думка з приводу цього законопроекту та таких великих штрафів? Ну, і, видимо, зарплата. Так, це 100%. Перше, що, ну, які можуть бути мислі, коли слышиш вот ці цифри? Тобто навіть понад... Коли ми слышимо о пенсії 1300, о зарплате средней 7,5. Откуда взяли 175 тысяч? У нас, если завтра человек случайно нарушил это по каким-то причинам, его оштрафовали на 170 тысяч, он должен как бы выплатить как законопослушный гражданин. Откуда он возьмет эти деньги? Согласно чего? Дом є, продадим. Якщо понад місяць у разі перевищення терміну можуть навіть до конфіскації діти цей законопроект. Ну, ми так розуміємо. Автомобіль, допустимо, стоїть там $500 на розборки. Да пусть конфіскують. Ну, понимаете, ведь тут мне не конфискация, штраф волнует больше, чем конфискация. Штраф может быть больше, чем вартість автівки. Но автомобилей таких нету, 170 тысяч. Вы представляете, сколько должен автомобиль стоить? Это Евро-5 как раз, а я, допустим, езжу на Евро-3. Зачем мне платить такие штрафы? Ваша думка, как юриста, с этого привода? Дуралекс, адлекс. Как говорится, закон суров, но он закон. Но пока законопроект. Ну, на сегодня, то есть, здесь мы видим, очевидно, две функции данных штрафов. Это наказать и показать, чтобы никто так не делал, потому что то есть репрессивная функция штрафа. Это вводится для того, чтобы вот именно решить, скажем так, таким оригинальным способом проблему машин на европейской регистрации. То есть, как бы сказали некоторые люди, называется закрыть тему. Получается так, что у нас
сейчас представить договорю. Основной момент, на самом деле, вот, возвращаясь к социально-политической проблеме вокруг этой ситуации, она заключается в том, что у людей должны быть достойные зарплаты, должны быть достойные пенсии для того, чтобы вопрос ценностный, вопрос стоимостный автомобиля не был на повестке дня так остро. Для многих людей автомобиль — это средство производства, средство жизни. И на сегодняшний день государство, которое заботится о своих людях, должно дать людям достойную зарплату или возможность достойно заработать и справедливые правила. На сегодняшний день какие-никакие, но эти правила снижают стоимость автомобиля. Но, тем не менее, данные репрессивные штрафы могут быть не совсем правильными, потому что, с одной стороны, государство дало льготный период на растаможку автомобиль на европейских номерах, с другой стороны, есть, мне кажется, другие механизмы, чем такие репрессивные методы и непропорциональные, скажем так. Дякуємо. Володимир, вы хотели... Получается так, что если человек заехал на транзит, заболел, попал в больницу, отлежал там 2 недели, то он должен заплатить. Потому что справка на сегодняшний день, если мы предоставляем справку, я заеду на транзит, заболел, не дай бог, взял справку с больницы, приезжаю на таможню, я заболел, они говорят, нет, ты должен был машину вывезти. И штрафуют на 8,5 тысяч гривен. Значит, заезжая на транзит, ты должен быть, я не знаю, роботом, суперменом, не заболеть, у тебя ничего не должно случиться. И машина не должна сломаться. И машина не должна сломаться. Ты должен просто, потому что тебе завтра выпишут 175 тысяч гривен. Бред? Бред. Что даже конфискуют. Или даже конфискуют. Ты заболел, машину конфискуют. А я справка. Нет. Вы понимаете, что справки не работают. Будут требовать деньги, будут делать все, но не будет работать так, как вот написано вот на том листочке. Не будем забывать, что это... Поки що тільки законопроекти. Чи стануть вони законами, наразі ми не можемо знати на 100%, але все ж таки було дуже багато, як ми вже повторюємося, було дуже багато акцій протестів з приводу цієї проблеми за останні роки. Володимире, як вважаєте, чи варто зараз очікувати, ви як активіст Автоєвросили, чи варто знову очікувати, що володарі таких автівок з євробляхами знову будуть виходити на акції протесту, знову будуть збиратися у Києві, на Майдані чи в інших містах і якось висловлювати свою думку, щоб змінити, можливо, якісь, не повністю, але, можливо, якісь пункти. От, наприклад, щодо саме великих штрафів. Ну, наша організація, в першу чергу, буде організовувати акцію на 20 число по всій території України. Если захотят люди поддерживать, не захотят не поддерживать. Чем сама акция? По большому счету, я... Можете проанонсувати. Все вам просто не рискую для того, чтобы меня не опередили и не противостояли этой акции. Она очень будет резонансной. Но для того, чтобы увидели мнение людей, пускай подпишут этот законопроект и увидят, что произойдет в стране. Просто-напросто. Очень много семей лишат возможности доступного автомобиля и решения своих проблем. Или же они заставляют, чтобы человек, гражданин Украины, пришел домой, пошел или залез в кредит $4000 или одолжил, или просто взял с дому не потратить эти деньги на свою семью и отдал государству. Необоснованные деньги отдать государству. Отже, зараз пропоную на останок нашого ефіру висновки, якщо можна так, по тезисам щодо... Ваше выражение взагалі від та очікування. Моё мнение таково, что такого закона в принципе быть не должно. Более того, что не должно быть даже и закона с меньшими тарифами, акцизами и тому подобное. Почему? Потому что я сейчас скажу какофонию, но даже если подстроившись под Конституцию, а не наоборот, как это должно быть, мы являемся единственной властью в Украине. Мы являемся теми гражданами, которые обязаны регламентировать ту деятельность нашего государства, а не то, что нам рассказывают и навязывают. При таких суммах штрафов и всех остальных, еще раз мы уже повторимся, несоотносимых с нашими зарплатами, мы в принципе не должны никаких налогов платить. В принципе. Я считаю, что
оплатив 20% ПДВ за все, что мы в жизни покупаем, мы оплатили наперед за лет, на лет 20 все, что мы еще можем жить дальше, детям своим, наверное, 100%, потому что такие налогообложения, как в Украине, нет ни в одной стране мира. И если у нас при этом еще нет дорог, нет освещения, нет наблюдения видео, нет ничего, в принципе, то я могу сказать, что эти деньги будут вороваться, как и воруются они сегодня. То есть те 20%, которые мы платим за все. Меня часто обвиняют, что якобы я не оплатил налоги, потому что автомобиль завез на другой месте регистрации. А какой украинец, который купил по доверенности украинский автомобиль, оплатил налоги? В чем он их оплатил больше, чем я? Зато то, что я ремонтирую ее здесь, на этой территории Украины, я за каждую запчасть плачу 20%. Как я плачу, так и тот, у кого я покупаю, когда покупают ее дальше. И пошло по кругу. То есть я-то ее беру новую уже. И тому подобное. Это бред полный. Мы не должны платить вообще в принципе налогов. По той территориальности, той богатой стране, земле в Украине, нам государство, вот как в Саудовской Аравии, должно дарить нам все. Именно жителям Украины. Ладно, приезжие. Поэтому я в принципе против этих законопроектов и вот в этой теме вообще не поддерживаю АЭС. Вообще не поддерживаю. Никаких не должно быть скидок. Мы должны указывать, сколько должно быть процентов и какие эти должны быть ставки. Это, я не хочу, мне не нравится позиция, допустим, 5-10, но у них она более подходящая, чем, допустим, вот, сделало наше государство. А вообще, как я считаю, еще раз повторяю, в таком случае должно государство идти навстречу, никаких вот таких вот тарифов в принципе не выносить. Дякуємо. Игорю. Я считаю, что данный законопроект в любом случае снижает ставки акциза для автомобилей, и он должен быть подписанный, потому что в противном случае он заблокирует импорт любых автомобилей и вообще поставит автомобили, покупку автомобилей на украинской регистрации вне закона. Это первое. Во-вторых, акциз, который, возможно, будет уплачен, если законопроект подпишут, пойдет не куда-нибудь государству, а пойдет в пенсионный фонд, то есть нашим пенсионерам. Это во-вторых. В-третьих, в целом, государство должно в первую очередь обеспечить качественную жизнь населению, а в частности создание добротных и качественных условий для того, чтобы люди могли зарабатывать достойные деньги и не думать об этом вопросе. Дякуємо. Володимир. Ну, насчет того, что деньги пойдут в пенсионный фонд, это опять же популизм от всех наших депутатов и в первую очередь от Нины Южаниной, потому что мы уже платим в акцизе топлива заложено 12-13% на сбор пополнения дорожного фонда, и у нас нет дорог, того у нас такие будут и пенсии. На сегодняшний день тоже платится много средств, идет на пенсии, но пенсии у нас нет. Того, законопроект этот остановит и заберет возможность многим семьям жить. Президент должен наложить на него вето, и если потом, я не знаю, другой созыв парламента или кто-то другой, более адекватный, придумает что-то нормальный продукт для граждан Украины, то пускай делают, но это не законопроект. Дякуємо за вашу думку. Результати нашого інтерактиву. Отже, на наше питання, чи є у вас можливість придбати авто, 30% так, 70% ні. От. Нагадуємо, що сьогодні в нашій студії Володимир Станішевський, активіст авто Євросили, Ігор Шавров, юрист, та Олексій Булгаров, голова організації «Дорожній контроль Одеса». Мене звуть Дмитро Богомолов, ви дивились студію «Репортер», залишайтеся з нами.